Вроде не отличите от деревенской-то, да? А если фуфайку вот такую наденет или до валенки, так откуда отличишь? Да вот ей нравятся, как говорится, русские фуфайки до валенки. Вот ей, значит, фуфайку тут сначала хозяев носила, а потом в город съездила, там заказали ей фуфайку, так ей валенки привезли и две фуфайки даже. Одну она купила, а вторую ей так привезли. Вот глядите, останется у вас. Да не, достаться-то она не останется, ей делать нечего здесь. Почему же? Вас оставляют, это вы не останетесь. Почему же? Да в деревне-то у вас такая красота. Разве вы же тоже могли куда-то уехать? Но не уехали. Могли, да. Ну, значит, что-то держит уехали. Вас. Видишь, с одной стороны, пока жили, говоришь, зря не уехал. А вот как сейчас жизнь пошла, так ладно, что и не уехали. Говорят, где родился, там пригодился. Это правильно, это все верно. Потому что мы сейчас в деревне живем лучше, чем в городе. Ну, а вообще-то она такая работящая, вот что-то делает. Ну, а как, дома помогает она тут, вот воду с озера носит. Людей, как общая работа. Ну уж после десятой ходки, когда и нас ноги просто не держали, и когда на нужен воды было чуть не на всю деревню, и перезнакомиться я успела по пути, ну, почитаю, со всеми жителями. И на скользком-скользком льду освоила почти все па фигурного катания. Вот только тогда неутомимая Мэгги наконец поставила ведра, мы решили передохнуть. Ну, и как водится, в российских деревнях между бабами разоткровенничались. И о деревне своей Белозерской Мэгги рассказывала, как самый заправский старожил. Ну, а здесь очень-очень красивое озеро, очень красивое место. И что-то там, как... Можно видеть небо здесь, оранжевое. Оранжевое, да, небо? Да, ну, часто бывает, ну, я не знаю. Потому что особый какой-то цвет, да, заката, особый... да? Здесь есть, здесь тоже есть. Я никогда не видела такое небо раньше. Такой красоты просто, да? Да? Ну, красота особенная, да, да. Мое тело было найти место, где я могу жить надолго. У меня такая работа, надо жить на месте долго. Кстати, работа Мэгги связана с исследованиями истории, фольклора русского. Словом, в чем-то, конечно, она не совсем типичная американка. Я стараюсь избегать... стереотипы, да? Я думаю, что они... Но мы все их используем, да? Но они могут быть очень опаснее. Я могу сказать, что, ну, что такое типичная американка? Я могу где-то чувствовать, но я не знаю, что это такое. И я надеюсь, что люди не будут судить меня как американка, но как, ну, человек. Мэгги, а что тебя больше всего поражает в русских людях? И есть огромная, огромная щедрость, как душевная щедрость есть. И в том времени есть жестокость огромная. И как это понимать? Это, как вы сказали, я это так люблю, и так я так боюсь этого. И я не знаю, я, честно говоря, я не знаю, как я буду уехать отсюда и из России вообще. Но это природа не может... Для меня не может быть, это недостаточно, чтобы влюбляться в место. Это люди, конечно. У меня очень хорошие друзья здесь, очень близкие друзья вообще. Среди деревенских? Да, но
И в городе тоже. В России вообще, да. А ведь именно друзья открыли Мэгги огромный мир российской культуры. От литературы и классической музыки до самой простой частушки. Ну, спой. Я боюсь. Мэгги, я тебя прошу, ну, спой. А я тебе потом тоже спою. Ну, хорошо. Ну, давай. Ну, это шутка. Шутка, давай. У милого, у моего поговорочка на «о». Поговорочка на «о», так все равно люблю его. Но, честно говоря, эта частушка не ее жанр. Она тонкий знаток другой музыки. Для меня музыка это самый прямой путь. Самый прямой путь к душе. Все-таки. Эта музыка это. Музыка говорит со всеми. А вот этот мир поэтический, он созвучен вот тому, что сейчас вас окружает. Природа, люди. Ой, да, наверное. Ну, я помню, я была здесь первый раз летом. И была экспедиция с этими студентами, и мы жили там в клубе. И мы там все жили вместе и слушали музыку. И я думала, что, я не помню, может быть, я привезла Гребенщикова с собой. И мы слушали его, и слушали. Но я видела, я сидела как рядом с окном, и я видела, как христиане проходили, да, из поля, да. Как вместе с инструментами, это был очень жаркий день, яркий день, я помню. И я видела, как они как приходили из поля. И я сказала как себе, что кажется, что они двигают в ритме Гребенщиков. Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Я открываю свойства растений и трав. Я брошу в огонь душистый чебрец. Дым поднимается вверх, и значит я прав. Я вещу бурендяги, сделай меня веселей. Ветви березы, прочь, демоны прочь. Если же станет слишком темно, чтоб читать тебе. Я открываю дверь, и там стоит ночь. Кто говорит со мной? Кто говорит со мной здесь? Но, честно говоря, не попади Мэгги в дом к Людмиле Ивановне и Алексею Алексеевичу Громовым, сельским интеллигентам, клубным работникам, известным на всю Белозерскую округу, вряд ли смогла бы она освоиться так быстро в русской деревне, далекой от западной цивилизации. Цивилизация существует не как в вещах. Цивилизация существует в сердце. Просто. И хорошие люди бывают везде в мире. И я не знаю. И здесь, конечно, можно жить. Я очень... Конечно, тяжело. Мне тяжело, потому что я никогда не жила в деревне. Но все-таки можно жить здесь. Все есть здесь. Как? Все есть. А ведь не из вежливости, это Мэгги говорит. И не расхожей фразой о российских богатствах. Просто мы сами в суете часто забываем, что главное это достояние России, а особенно российской деревни, это люди, в том числе и приютившие ее. Так хорошо получилось. Вообще, так легко было. Я приехала сюда просто, чтобы видеть деревню и чтобы, но потом найти место. Я не думала, что эти люди пригласили бы меня жить здесь. И это было так... Так хорошо, я так была рада. Вообще делать добро людям, у меня, допустим, такая, ну, склад души, помогать людям всю жизнь. Ну вот, а человек, прикинь, человек в чужой стране, ну как, куда человеку податься? Это вообще нормально, никаких тут ни предугадываний, никаких планов, ничего, просто нормально, и все, я так считаю. Мы ладим, между прочим, это вы-то, а я имею в виду вся деревня, как вот они с ней? И пироги стряпаем вместе.
И это, готовим еду. Она готовит свое кушанье, я учусь у нее. Она, я готовлю, она моя кушанье. Ей просто повезло, что мы работаем всю жизнь с народом. Все нормально. Пошли в деревню, познакомим. Пошли в воздвижение, вошли. Собрали всех. Ну чего? Ведь интересно же. Конечно. Собрали все. Ну, там молодых, конечно, не было уже. Вопросы задавали. И приглашают. Пожалуйста, она теперь пойдет в воздвижение уже как домой. Детьми повезло нам, конечно, мы за них не переживаем. Поэтому, видимо, они рано уехали. Может быть, обижаются. А Мяги так у нас получается, значит, внимание получают, как дочка. А вот все говорят, никуда денешься, никуда не денешься. Старости сказали, говорят, погляди, говорит, она похожа на Алексеевича. Поэтому, говорит, вот почти как дочка, похожа. Серьезно. Ну, послушная дочка-то. Мяги ровесница Татьяне моей. Да. Дочка. Да. 5 дней разница только. 5 разницы дней. Угу. Она, как вам, сразу показалась? Вы ее сначала в лес, говорят, привозили, да? Проверили ее в деле. Как она? Да нет. Ну, вообще-то, как она? Уходит такая, Олег? Да, все-таки неудобно. Хозяева заготовляет, наверное, по-нашему, если рассматривать. Ну, просилась она с первого раза, что меня возьмите. Работа тяжелая, как американца возьмешь? В самом деле, мы привычные. Жалели, небось, сначала. Наверное. Ну, и... Ты такая худенькая она, да? Я такой чурбак забираю, и она такой. Нет. Я говорю, ну, все-таки... положи, животик заболит. Ну, а все равно помогать, так ведь что, маленький, так сказать. Молодец, в общем. Я деревенская. Я думаю, что мне очень похоже. Да, скоро научишься окать. Еще не окает, да? А я слышала, что я... Начинаешь? Когда я была в Петербурге, мне сказали, что начинаю. Начинает окать? Вологодская. Привыкает, санвар освоила, ставит, печку затопляет, русскую уже может затопить. Чего? Готовить может уже, готовила. Я точно могу сказать, что это мне нравится. Это... Здесь хорошо. У вас прекрасные деревни, прекрасная природа. Но надо внимательно. И я тоже боюсь, что если внимания не будет, тогда... Но ты имеешь в виду и со стороны правительства, и со стороны, ну, наверное, предположим, каких-то, так сказать, властных структур. А вот люди сами что могли бы еще сделать? Как тебе кажется? Вот ты смотришь, как американцы, а как мы? Ну вот что? Что они могут делать? Именно они. Жаль, если умрет деревня, конечно. Ну, так-то, пока мы живы, так думаю, что не умрет. Дети вот у нас тоже в деревнях. Да. Дочь пошла по стопам отца, библиотекарем. Ну, в деревне. В деревне, в Антушеве живет. Сын в Панинской. А он кем работает? Он кончил на инженера-строителя, а сейчас работает главой администрации. Ну, в сельской администрации. Да, в сельской. Да? Сельская. То есть никак отсюда корней не оторвать, да? Вот так. Да. Любят деревню. Как-то сыну я говорю, что поезжай в город. Говорит, нет, поезжай сама. Буду в деревне. Если мы свои русские корни забудем, то у нас ничего и в экономике не будет. Вот с вашей точки зрения, вот как? А очень сложно просто сказать. Нравственность, так мы уже сразу как от коммунизма отказались, надо сказать, что нам повезло. В том смысле, что мы сразу переключились на сохранение нравственности, значит, возобновление православных праздников. А вообще-то вот в деревне какой у вас престольный праздник-то? А здесь Ильин день. Ильин день, да? Да, Ильин день, 2 августа. Ну, здесь еще Богослов раньше отмечали, весенний-осенний, и Зосимов день, значит. А говорят, в Ильин день раньше коней обязательно кропили, да? А это не на нашем веку уже. У нас гулянки, я правда помню, еще гулянки были вдоль деревни, партия на партию. Кто перепляшет? Нет, кто перепоет, ну и драки, конечно. Ну а теперь у нас, ведь вот как мы работаем одной семьей в клубе, так уже, наверное, годов. Да, не сосчитать, сколько лет в клубе проходят праздники. Если плохая погода, хорошая, так и на улице, и в клубе, в общем, как и в этом году. А так еще есть кому пройтись с гармошкой по деревне, а? Летом есть кому. Есть, да? У нас хорошие игроки. Угу. Ну, вообще бабушки есть, хорошо поют. Есть, частушечница. И не только песни тоже у меня. Ой, чудо. Вот и хозяйка наша, Людмила Ивановна, известная певунья, и обучила Мэгги многим старинным русским песням. Миленький ты мой,
Возьми меня с собой, там в краю далеком буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя, там в краю далеком есть у меня жена. Великий ты мой, возьми меня с собой, я ж тебя любила, сокол ты мой родной, ведь я ж тебя любила, сокол ты мой родной. Ой, милая моя, я люблю тебя. Правда Руси великой заключается еще и в том, что и в стране далекой человек не одинок, если его полюбит всей душой, как полюбили в Белозерье Мэгги Паксон. Ради съемки с ней все ануфриевские старухи и зубки с полки достали, и в цветастые шали нарядились. Но и она им платит тем же, иногда устраивает концерты для деревенских, поет бесхитростные, понятные всем песни. Там поют, ну, просто о жизни, как молодые становятся, ну, взрослыми, и как это трогательно. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did When did she get to be a beauty? When did he grow to be this tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, swiftly fly the days. Seedlings turn overnight to sun. Вот живет в русском селе такая американка, с нежной и трепетной душою, которую, надеюсь, поймете и полюбите вы, дорогие зрители, как поняла и полюбила ее я. Sunrise, sunset, swiftly fly the years. One season following another, laden with happiness and tears.